В Нижнем Новгороде аутсайдеры, местный Локомотив, футболисты в темной форме играли с клубом Тюмень, который опережал волжан всего на одну очко. Накануне матча весенний снегопад, а затем и дождь испортили игровое поле и без того усложнили футболистам их действия. С первых минут стало ясно, что результативной игры у соревновавшихся не получится. Хозяева поля были активнее. Сначала Сергей Чудин проверил мастерство Игоря Кутепова, а на 24-й минуте уже Кутепов, выбивая мяч, направил его сопернику Александру Липко, который расчетливо пробил издали по пустым воротам. Кутепов не успел к мячу, и Андрей Рапейко открыл счет. У тюменцев был момент забить гол. Вратарь Александр Чистый на мгновение потерял контроль за мячом, но нападающих рядом не оказалось. У нижегородцев хорошо взаимодействовали Рапейко, Бабыкин, мощно бил по воротам Чудин. В конце первого тайма после прострела Вячеслава Луговкина мог отличиться Владимир Татарчук. И тем не менее этот матч заслуженно выиграли нижегородцы, которые в конце игры устроили мощный, но к их сожалению и сожалению болельщиков, безрезультативный штурм ворот Кутепова.